прошу тебя, Господь, помоги мне. Сделай так, чтобы я смог, вложи в мои руки такую силу, что я нарисовал этот антивоенный перформанс, этот рисунок, чтобы о нем знало много людей, и он защитил тысячи людей, десятки людей, тысячи, миллионы людей по всему миру, чтобы увидели его, увидели мою концепцию, мое трактование этого рисунка, чтобы они поняли, что я изобразил, что там, насколько это гениально изображено, насколько это гениально. Пожалуйста. Защити меня от этих капканов, оставленных вокруг, этих жестоких, которые меня считают преступником, вандалом они меня считают. Так как я спасаю, я хочу спасти. Только дети смогут увидеть этот рисунок и понять что-то. Только какие-то смышленные люди, взрослые, не способны уже понять. Вот эта бабушка, она тоже не способна была понять, но она, по крайней мере, пейзаж восприняла. Это не важно. Просто, пожалуйста, сделай так, чтобы спаслись миллионы людей от войны. Благодаря моему рисунку, чтобы его везде показали. По всему миру. Потому что такого еще нет нигде, еще никто так не делал. Такого еще нигде нет, нет нигде. Это я. Это произошло по наитию, словно какие-то силы свыше меня направили туда. И я стал вот это, увидел в этом такой образ и стал рисовать. Это синтез, произошел синтез разных образов, как сказал бы Жак Фреско. Я прошу тебя, Господь Бог, защити меня и дай мне такую силу и энергию, чтобы я нарисовал настолько, дорисовал этот рисунок настолько убедительно, чтобы сотни тысяч детей на подсознание, когда увидят этот рисунок, чтобы на подсознание у них воздействовало, что если они пойдут на войну, если их призывают на войну, то им может, то любому на войне может попасть разрывная пуля в лицо, и он будет страдать всю жизнь, и быть несчастным, и его родственники, и пусть эти родственники, его мать этих детей, поносит меня, унижает как последнего. А не понимаю, пусть она даже не, пусть я даже, я не жду благодарности от людей. И не надо никакой благодарности от людей, они никакой благодарности никогда не делают. Они только унижают меня, я только на тебя прошу, Бог, помоги. Пожалуйста, сделай так, чтобы я сейчас спокойно мог дорисовать, и это произошло по наитию, как и будет по наитию, что ты моими руками создал это так, чтобы защитить миллионы людей от войны. Подрастающее поколение от войны защитить. Подрастающее поколение защитит от войны благодаря этому рисунку на стене, который и то за меня уже сделан природой. Государство это, оно проводит пропагандистскую, милитаристскую пропаганду, тратит деньги на полицию, на армию, а дома разваливаются. И там, на этом доме, отвалившийся кусок стены, он похож на пробоину от пули в лице ребенка. И сам он похож просто по форме на лицо ребенка. Я просто голубым мелком детским и белым подрисовал там not war, I said. На меня наорала будущая мать, или уже которая является матерью. Здесь повсюду банки, повсюду частные банки. И никто их не арестовывает, никто не возмущается, никто. Никто их на них не кричит, никто их не поносит. Только меня. Прошу тебя, услышь меня. Услышь просто и помоги. Просто помоги, чтобы я дорисовал это, чтобы я остался в безопасности. Сделай то, что нужно.
чтобы я остался в безопасности. Я не курю. Вон, женщины курят. Я не курю. Вообще ничего не курю. Пожалуйста, сделай так, чтобы я был. Сохрани меня. Сохрани. И сделай так, чтобы это взошло. Стало восходы дало. Чтобы это стало гигантским деревом. И повсюду разрослось вот это. Чтобы это проникло в умы, в подсознание, в чувства ребятишек, ребятишек, людей разных, всех. Кто увидит, чтобы миллион людей это увидело, помоги. Молю тебя, прошу. Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Пожалуйста, прошу тебя, сделай так, чтобы мне моя рука была, чтобы твоя рука управляла, твои руки управляли мной, я твой инструмент. Прошу вас, великие существа, которые за этим миром, управляйте мной, сделайте этот рисунок так, чтобы все люди, чтобы много людей, миллионы людей видели, узнали об этом рисунке, и они боялись идти на войну и вообще воевать. Пожалуйста, пожалуйста, молю тебя, прошу. Пожалуйста, пожалуйста, защити меня. Защити меня. И защити. И я защищу их, если мне позволят дорисовать. Все, я расскажу. Смотрите здесь. Сытые и беспечные. Вот они. Вот они. Это испортили мой пейзаж. Был нормальный пейзаж, они испортили. Вот, смотри.